В Таиланде защитники морской среды извлекли 300 килограмм подводного мусора недалеко от островов Ко-Пака и Ко-Хонг. Со дня подняли рыболовные снасти, груды пластиковых и стеклянных бутылок, а также шины. Власти полагают, что отходы остались после туристов и рыболовов, ведущих незаконный промысел. Подводную свалку обнаружили во время исследования коралловых рифов. Отмечу, Таиланд входит в десятку стран главных источников загрязнения Мирового океана. Его жители по статистике ежегодно сбрасывают в океан до 50 тонн мусора.